Какие ягоды вы любите собирать? Собирать или есть? Это чтобы лицепрос какой-то? Да. Я не знал, что авокадо — это ягода. Да. А ты собирал чернику когда-нибудь? Я вообще собирать не знаю, я есть люблю. А малину собирал? Я вижу, собирать есть люблю. А клубнику? Есть люблю. Ну, ты как собиратель, он охотник. Знаешь, что есть охотники и собиратели. Типа, вот он убивает клубнику больше. Потом. Стреляет в клубнику вот так вот. Ну, ты стоишь, он залазит на грядки, на чужие. Когда собираешься, ее есть, понятно, нельзя. Стреляет, это же я по клубнике, блядь. Что? Когда ты собираешь ягоды, их нельзя есть, иначе ты, получается, не собираешь, а просто жрёшь стоишь. Ну, так ты сначала собери. Можешь собирать. Ну, как собираешь, жрёшь стоишь? Так, есть же такт, стратегия популярная. Две собираешь, одну ешь. Где популярные? В деревне. Среди всех лесничих. Грибы ходишь, два съел, один собрал. Да. Можешь свою тактику настроить. Типа, сырые грибы жрать будешь? С конфетами в магазине тоже самое. 10 съел, один собрал. Ты когда фрукты в магазине выбираешь, два съел, один забрал. Ну так ты приходишь, у тебя два гриба в корзине. Парни, не вяжется ваша история. Потому что ты тактику сделал, 50 съел, один собрал. Вы будете дольше собирать так же, понимаете? Будете жрать каждую вторую, блядь. Суть в том, что наесться, а не собрать. Так ты же потом все равно... А нахуй, блядь? Если соберешь, ты все равно домой приходишь и потом их ешь. Да. Так ты можешь просто в процессе есть, да. И дома уже не есть. И как а нахуй это собирать? Можно просто стоять жрать? Да, ты пришел поесть и пособирать. Тебя зовут, пойдем поедим грибы, поедим ягоды. То есть ты хочешь, чтобы кто с тобой пришли там в лес, чтобы ты вот так под дерево лег, его потрясли, тебе в рот ягоды? Так сказать, все жуки упадут в рот. На деревьях же ягоды. Все жуки упадут с деревьев, все комары из деревьев упадут, все тараканы из деревьев упадут. А ты фильтр, а вот этот Босфор поставь. Вода? Он еще жуков фильтрует, не знали? Да, под водой получается как коричневая кока-кола. Да. Мне плохо, когда нет букв МТО. Я МТО зависимый. Хорошо. Что бы вы изменили в себе во внешности? Вы считаете себя красивыми? Что ты на меня посмотрел? Тебе урод? Пиздец. А вы считаете себя красивыми? Ты не договорил, вы считаете себя красивыми? Как я. Вы же так бы все время думали, какой же я урод. Типа он за одним столом со мной никогда не сидел. Такой, блядь, ебать, урод. Я не могу больше терпеть эти темы, придумывать разговор. Ты урод! Мы на самом деле заранее темы придумываем, и когда мы решили, типа, давай позовем Артема, он сразу такой... первая тема, которая... Да, сразу, что первое в голову пришло, глядя на тебя. Ты еще интонацию не ту подобрал, ты должен сказать. Ну вот. Ты считаешь себя красивым? Вообще. Давай теперь запишем. Сначала все. Да. Что бы ты изменил в своей внешности? Я? Да. Да. Ты считаешь себя красивым? Нет. У меня есть тоже шутка. Мне очень плохо, когда нет букв Н, А, Р, К, О. Я наркозависимый. Блин, кошмар. Ну, я где-то похожее слышал. Как праздновать Пасху вообще? Кстати, замечали, что сейчас вообще никто не приходит уже в гости, не стучится в двери на Пасху утром? И на Хэллоуин. Да, и на Хэллоуин. Хэллоуин никогда не приходили, а вот на Пасху уже ходили всегда. Я, кстати, не знаю, в больших городах ходили, вот в маленьких точно ходили. Мы на Пасху не ходили никогда. Нет? Типа к тебе случайные люди просто в дверь. Калядовать. Калядовал? Нет, вот именно на Пасху. Я только на Пасху ходил. А я ходил калядовать. О, фига себе. А что это? Когда приходишь, стишок рассказываешь, и тебе конфетку дают. Ну, то же самое, что Хэллоуин, только вы... Ну, а калядовка же около Нового года происходит. На Рождество. Это же вот эта встреча с мужчиной на улице, нет? Это любой день. Ты постоянно встречаешь мужчин на улице. Тебе конфету дают? Конфету, либо деньги. И ведут в фургон. Да. И там предлагают конфету или члены, ты, конечно. Выбираешь конфетный член. А, там же какая-то присказка есть, да? Типа, конфета или член. Типа, ты же стучишься и... Я помню, что все неохотно давали конфеты, такие, бля,
А как правильно говорят, конфеты или жизнь? Я не помню, в том-то и дело. Или смерть. Сэнди о... Слабость или гадость, вот так по-русски говорят. Да, перевели так. Но никогда так не говорили. Нет, у нас конфеты или что говорят, или жизнь. На каледовку? Да. Конфеты или ад. Это было, только надо было славить Иисуса, по-моему. Реально. Что-то Иисус. Мы про Хэллоуин говорим. Бля, я забыл. Просто каледовка — это одно и то же. Что Хэллоуин, только без костюмов. Это типа языческий праздник, да? Мы православный. Разве? Очень много православной фигни, кстати, перемешалось с языческой. Например, типа масленица. Это же вообще чисто... Ты сжигаешь, блин, человека, типа... Чучело сжигаешь. Самого плохого человека сжигаешь. А это типа чучело зимы ты сжигаешь. Прикиньте, а потом зима опять приходит, думаешь, блядь, мы же тебя убили в прошлом году, какого хуя? Типа праздник. Тогда мы что не сжигаем каждое время года, не понимаю. Так зиму сожгли, весна. Просто надо город сжигать весь. Что Кутузов был прав на самом деле. Один глаз нахуй не нужен. Я одним вижу заебато. На самом деле, зима просто всегда доказывала, что Земля круглая, и поэтому ее сжигали. Из-за снежков? Да. Действительно. Снеговик — это три Земли друг на друге. Снеговик — это ультраправый мужик. Они... Почему? Почему? Белый морковка вот окенная. А, да? Это в Древней Руси было, сейчас такого нет. Есть, я видел это. Я знаю, что блины едят с лопатой. А вот этого я не видел. Это странно уже, как будто это не супер гигиенично. А вот на это, на столбы лезут, я видел. Это там еще... Электрики. Да, там всегда путают с электриками. Там один раз электрик залез и выиграл приз случайно. Вы умеете лазить по канату или по столбу наверх? Вот круто. Ну, если там есть сапоги чьи-то, я залезу. Просто всегда, я раньше видел на детских площадках и на спортивных площадках всегда есть вот эта вот штука, по которой наверх залезать. А, веревочная типа? Типа шест или веревка. Я только металл всегда вижу, нет никаких веревок. Металл? Ну всегда из металла. Да, из металла. Веревка из металла? Как это палка. Металлическая палка, какая веревка. Я пытался в детстве. Цель. Да. Я пытался в детстве туда лазить, у меня никогда не получалось. Там всегда не за что зацепиться. По трубе просто ты лезешь наверх. А как-то ноги надо куда-то ставить, и они всегда соскальзывают. Ну это хорошо, что у тебя не получилось, иначе бы ты сейчас стриптизером стал. Да. Я бы заметил продюсер просто. Не, они на самом деле стриптизеры, они на самом деле тоже, они пытаются забраться наверх всегда, но они соскальзывают. Просто они умеют делать это красиво. Стриптиз — это в этом и смысл, что людей учат выкручиваться, сексуально выкручиваться из этой ситуации, когда они пытаются забраться наверх. Ну, это люди, которые не умеют признавать свои ошибки. Да, да. Они такие: я не упал, я так и думал. Угу. И вот еще мой член. Вы пост соблюдали когда-нибудь? Нет. Я что? Соблюдал. Да? А что это вообще? Там нельзя есть мясо. Еще с ружьем вот так стоишь, да. Ой, а какое мясо нельзя? Все? Да. Даже сальца? Да, там, ну, там разные типы есть. Есть жестче, пост, он какой рассказать, пожестче или пожестче? Да, пожестче. Самый жесткий. Вот то, где... Давай, да. Я знаю, что где-то можно рыбу есть. Давай, где вот такой пост, где ножом вот так вот пыряешь неправославных. Самый жесткий пост. Ну вот то, что нельзя есть мясо, ножом тогда пыряешь. Нельзя смотреть телевизор. Нельзя смотреть... Кто, Иисус про телевизор? Да. Нельзя смотреть фильмы. Нельзя читать книги. Нельзя разговаривать. Нельзя есть еще. Нельзя дышать. Только воду надо пить. Не придумывай. Нет, дышать можно. Это не так же, это же, там же люди это... Нельзя испытывать чувства. Нельзя шевелить лицом. Нельзя двигаться еще. Фильмы можно смотреть только вот один, вот этот вот. С Джимом Керри и Морганом Фрименом, который, как он называется? Брюс Всемогущий. Брюс Всемогущий, да. Давайте перезапишем.
фильмы можно смотреть только... И «Мальчишника Вегаса» еще можно смотреть. И «Один дома», два. И самый лучший фильм 3. Но его никто не смотрит, поэтому все думают, что нельзя. Они переснимали все фильмы? Самый лучший фильм 2, там Бог был. А, ну ладно. «Чудаки» вы про «Чудаки»? Нет, первый был. «Самый лучший фильм в мире» — «Чудаки 2». Самый лучший фильм 1. Где Бога играл. Самый лучший фильм 1. Точнее, не играл, а сам себя играл. Самый лучший фильм 1. Один? Да, там да. Был Бог. Да. Да. Этот был... Его нельзя смотреть. Этот актер уже умер. Наоборот, во время Пасхи можно смотреть фильмы, только где Бог есть. Ты читал Евангелие от Павла? Я прям еще что вырезать из этого видео. У вас бывает такое, что вы сидите дома и думаете, блин, что-то я не очень хорошо себя чувствую, может, вдруг у меня... Сейчас газовая плита пропускает, и газ идет в квартиру. Типа понемногу, и ты из-за этого плохо себя чувствуешь? Да. Недостаточно, чтобы взорваться, но... Да. Нет, да. У меня обычно бывает... Я не знаю, как пахнет... Меня взрывает. Я не знаю, как пахнет газ, но я себя чувствую какой-то запах незнакомый мне, и боюсь, что это газ, что я сейчас умру действительно. Я боюсь потом заходить на кухню. Я почему-то когда чувствую какой-то запах странный... Я на кухню захожу, ну, если свет включать, знаете, то может взорваться. Я все время вот так за стену вот так нажимаю, типа меня стена спасет от взрыва всего дома. Я еще вот так аккуратно нажимаю на свет, типа, чтобы не резко, чтобы... А почему от света взорвется квартира? Там искра, электричество. У вас искрой включается лампочка? Ну, там в любом случае... У меня все дома до этого взорвались так. У меня электрическая плита, я боюсь, что... Что вытечет электричество. Сломается, придется платить за ремонт. Ты не боишься, что тебя током ударит, когда ты готовишь пельмени? Я недавно готовил, я пролил масло на нее, оно у меня загорелось. Вот так полыхнуло, нахуй. Да, мне молния ударила. Ты хотел какой-то рецепт крутой повторить, где надо поджигать огонь? Я хотел научиться магии огня. Поджигать огонь? Горит огонь, а ты его еще поджигаешь сильнее. Ну, мне не нравится, что это электрическое без огня, ебашь. Пытался поджечь, чтобы оно нормально работало. Вот, да. Ветки подкидываешь туда еще. Электричество просто для разжигания огня. А потом, чтобы погасить, поссал на нее. Мне даже шипеть будет неприятно. А у тебя... Да. Как и девчонки все, которых я ссал. Ладно. У тебя на плите разных размеров вот эти круги электрические. Разных. Чтобы там по разным размерам блины. Размеры костры разные. Для большого костра самая большая, и для маленького костра маленькая. Это для маленького, это для. Нет, это для разного размера задниц. Ну или блинов. Ну, чтобы всю семью можно было посадить. Вот это самое огромное, это для отца. Съесть отца? Посадить. Жопой. Чтобы съесть в жопу. Мы что, не сидели в детстве всей семьей на плите? Нет. А потом кнопку нажимаешь, и там выходит, короче, ксерокопия всех задниц. Ну, приготовленных вот это вот, блин. Знаете же, есть плиты, у которых 4 конфорки, а есть как бы вот этот квадрат, но там одна, просто там ничего нету. Да-да. Это вот для семей, у которых один ребенок. А вот эти для двух. Уже не комфорки, это уже не комфорки. Дискомфорки. Да. Опа. А я держался, он никогда не сказал. Я не держу. Я никогда не держу это говно в себе. Мне не комфорт-то после такой шутки. Вы пользуетесь этой печью? У вас есть такая печь в плите? Я не знаю, как это работает. Дровяная? Есть, да, но никогда не вообще. Да, там непонятно, как она работает. Там всегда открываешь, там паутина. Я не знаю, как готовится. Там просто шкаф. Никогда не находил. Да, с полками. Там хранишь просто кастрюли. Я не знаю, как в газовых плитах работает вот это. Там всегда нужно в дырку засовывать спичку. И там взрывается всегда. Да. Так и да, и готовится. И там еще всегда во всех рецептах пишут: разогрейте плиту на 300 градусов. А я думал, это машина для самоубийства, типа открываешь что-то. Ну там в рецепте пишут: взорвите 10 раз. Да, нет, да. Там написано разогревать 15 минут при 200 градусах или один взрыв. Примерно такой. И там написано прям так. Блин, самокатчики задолбали, да, ребят? Да, скейтеры, мы не любим их. Да. Скейтерам приходится втыкать палку у себя в скейт, чтобы с ними соревноваться.
Да, вот так бывает. Едешь, делаешь кикфлип, дабл, трипл 360, и какой-нибудь самокатчик подрезает. А боксеры не злятся, что у них кикфлип? А битбоксеры? Да, битбоксеры стоят просто в шоке. Они замолкают просто все. Графичики такие, чу, и капюшон снимают. И диджеи еще такие, да, чё? И диджеи такие, а вот чё? А с меня такие, это злится. А потом и рэперы, короче, которые просто, ну, MC такие стоят с микрофоном. Ну вот изобрази, как MC делают в этот момент. Да, замолкают, вот. Крутой читка. Еще злятся американцы, которые пинают и переворачиваются. Кикфлип. И машины вот эти прыгающие, вот так вот прыгающие машины, которые вот так вот у Snoop Dogg, они сразу такие, вот, типа чё, и останавливаются. Тут самокаточка просто проехал на огромной скорости. Ну всё, не перебарщивай. Надоели самокатчики, да? Они ещё все жёлтые. Да, блин. Это такси. А я думаю, что это я такси. Еду быстрее. У тебя на быстрой скорости все цвета в желтый превращаются. Я не раз был на свадьбе, там был мужик с гепатитом, он весь желтый был. Я теперь понял, почему он таксист. Он просто на быстрой скорости прибыл. Я был на свадьбе Симпсон. А Симпсон. А почему только он был только желтый? Это нормально. Это был кроссовер вселенных, он просто один был из Симпсон. В Трамвай Симпсон. Это как Гриффином этот ГМР в серии зашел. А, да. Лучшая серия, лучший фильм. Мне страшно брать микрокредит. Может, этих микроденег не хватит ни на что? Потому что ты его не увидишь. Вот мой микрокредит на пальчике. А все предложат микрокредит и ипотека. Или микрокредит. Два, типа. Или то, или то. Я микрокредит выберу. При кредитовании, типа. Микрокредит или ипотека. Да, в сравнении. Если тебе было страшно, ты бы в любом случае отказался от этого варианта. Давай так, микрокредит или убить себя? Микрокредит. Все, тебе, значит, не страшно это брать. Или микроубить себя. Всегда же микрокредиты приходят, потом люди рисуют на двери символы какие-то. Это путаешь с Египтом. Надо евреев убить. Это другая история. Не, ну типа, если ты не отдаешь микрокредит, то все кто-то приходит к тебе и такой: здесь живет Максим. Поэтому, если ты просто хочешь подписать дверь, но у тебя нет баллончика с краской, ты можешь просто взять микрокредит, и люди сами придут и напишут, кто здесь живет. Еще забыл, что ты должен. Что я должен? Сегодня должен сделать. Напишут. Мне кажется, просто ты должен взять такую сумму, чтобы она совпадала с номером твоей квартиры, чтобы пришел вот этот человек и типа написал 60 тысяч. Я живу в квартире 60 миллионов. Просто придется менять квартиру, потому что там уже проценты капают. И брать еще микрокредиты на новую квартиру. Тебе нужно тогда на самом верху небоскрёба жить. Блин, кстати, я же никогда не пишу номера квартир, когда квартиру снимаешь. Нужно нежнее, это же музыка, ребят. Либо тут нужно играть, типа, не рукой, а, ну, предметами. Кажется, вы можете говорить, я саундтрек буду делать. Меня зовут... Да, опять не получается. Так. Слезы текут. Ну хорошо, а вот у вас никогда не было идеи взять кредит огромный и улететь в другую страну и пропасть? Я думаю, ты полетел в другую страну, а у тебя, кажется, надо обратно лететь, уже не пустили. Я такой, блядь, все деньги проебал. У меня иногда возникает такая идея, чтобы взять деньги в какой-то типа микрокредите и... Но тебе микрокредит не хватит на билет. Там тебе 2000 дадут. А дать должен будешь 20. Да, почему такие огромные проценты там надо платить? Денег-то тебе мало дают, а процент большой. Но тебе дают деньги с вот этими очень крутыми номерами вот этими. Где все цифры одинаковые. Где 2000 написано. 2000.
3000. 777. Да, и они такие, нам, мы не хотим такое терять. Так что за такую ценную купюру даже надо дать 10 обычных. Я думаю, оценка, потому что там ехал специальный мужик, ехал и снимал банкомат, а его работа стоит день. Такой, ну я съезжу, сниму 2000 за 50. Они Диму Билана попросили. Он говорит, знаешь, невозможно, невозможно. Я сниму его деньги. Осторожно. Коснусь кнопку. Кнопку кожей. Можно, а банкомат еще один. Можно? Немножко. О, кошка. Да, у меня тоже возникала идея взять микрокредит и уехать. Но мне не нравится вообще идея микрокредитов, потому что там, типа, нужно... Вообще, когда, типа, чем отличается микрокредит от обычного кредита? Когда ты берешь кредит, тебе нужно доказать, что ты где-то работаешь, да? А микрокредит, типа, плевать. Не, надо доказать, что ты не работаешь, и умрёшь, умираешь. В микрокредите нужно тебе, наоборот, намного хуже себя показать. В микрокредите надо доказать, что у тебя есть паспорт. Да у меня есть. Что уже тоже не так просто. Да ты я на фотке. Просто бухал. Да, нормально. Одобренно. Но микрокредиты же, они всегда находятся в очень сомнительных даже помещениях. Там просто будка стоит собачья. Всегда написано микрокредиты. Надо нагибаться и заползать. Или вот эта каменная большая труба. И там собака такая сидит, одобрена, так ладно. Ставит печать. Три пальца вот этих своих. Что если ты залез в собачью будку за микрокредитом, то у тебя действительно ситуация в жизни не очень. Да, но они, наверное, жестче с тебя потом деньги требуют, чем обычные банки. Они могут покусать, например. Хвостом замахать насмерть. Залезать насмерть. С другой стороны, вот что они сделают? Ну, как бы ты не отдаешь деньги, они тебе будут звонить бесконечно, да? Да. Потом ты просто скажешь, ну и чего, они потом будут. Они продают, по-моему, долг банку, и там уже какие-то, может, полиция, что ли, приходит, не помню. Там приходят судебные приставы. Да, приставы. И что, ты просто не открываешь им дверь, и все. Мне кажется, они работают в связке с типами, которые это делают. Ответил телефонным мошенникам. Мне не нужно... Алло! Продолжай, я не понимаю, как причём. Не понимаете? Алло! Так, понять? А у всех же есть эта знакомая, которая набрала много кредитов и потом пропала куда-то на полгода. И через полгода появилась с другим номером. Телефон? Груди. Да. Настя? Да, их всегда Настя еще зовут. Нет, таких знакомых нет ни у кого. У тебя просто одна такая знакомая. Мне кажется, это просто, это пиздец, такое наблюдение большое. Возвращается большими сиськами силиконовыми. Понятно, куда деньги потратила. Не, как будто все деньги в грудь зашила. Они такие, знаешь, такие все видно, что там внутри что-то деньги, у меня нет вот этих. Шуршат, да. Трогаешь, они там просто вот это шелуха. А ты прям сразу трогаешь, да? Мне кажется, она как раз вот этот план осуществила, что она набрала кредитов и уехала в другую страну. Вот у меня была сейчас странная, страшная ситуация. То, что я договорился с человеком, он на Авито должен был купить у меня куртку. Я ему назвал свой адрес, где я живу, но без квартиры. И он, когда пришел, он деньги перевел не мне за покупку, а какой-то женщине случайно. И он не смог купить куртку. Но он знает мой адрес. И я ему сказал, что я вернусь только вечером. Типа, и мне кажется, он может сейчас пойти и в квартиру мою и ограбить меня, потому что он знает, когда я вернусь. Он там голый по пояс стоит рядом с твоей. Как он перевел другой женщине деньги, не понимаю. Он просто в номере ошибся, другую цифру поставил, он мне показывает. А у тебя в конце цифры номер квартиры, в конце телефона? Поэтому принцип квартиры снимаешь. Ты чего вообще? Как, блядь? Ты понял, что я говорю? Я вообще нахуй не понял. А ты понял? Я не понял, в какой момент ты ему сказал номер своей квартиры и зачем номер ты это вообще сделал. Номер квартиры я не сказал ему, вот в этом-то и суть. Так а что ты думаешь, что он тебя... Но он знает мой адрес. Дом, но у тебя в доме живет 100 человек, и что? Ну, он можно ложиться. И все куртки продают, да? И тебе в квартире еще 50.
Откуда ты знаешь? Или ты, главное, не выходи около дома в этой куртке, чтобы, о, я за неё хотел. Еще тебе нужно надеяться, что просто сейчас погода резко-резко испортится, что он не сможет прийти без куртки. И ему скажут, блядь, не, я не пойду никуда грабить, там холодно, пиздец. Тебе надо как в GTA в какой-нибудь гараж зайти в этой куртке, чтобы она другого цвета стала. Вот самое тупое, что он должен был мне перевести деньги, он ошибся на одну цифру и перевёл. Ну, записано имя. И он показывает вот так, все, я перевел, там написано Светлана. Такой. Я говорю, это не я. Как он узнал мое настоящее имя? Я забыл это в прошлой жизни. И что в итоге, на чем вы договорились? И он стоял и типа писал, верните мне деньги, я не вам перевел, не хотел перевести вам. И он сказал, я вечером типа вернусь. Он Светлану смог тебе написать, Светлане? У меня номер телефона у него уже есть. А. Ну, он ошибся, типа, он поэтому ошибочно... А СМС тебе отправил, типа, отдайте деньги. Ну, либо он мог сказать, я ему мог отдать куртку, и я уже со Светланой бы общался, у нее бы эти деньги забирал. Но он в итоге у нее сейчас какую-нибудь куртку купит. Он будет в ее шубе ходить по городу. И в платье уже. С ее мужем спать. Слишком, видимо, такая крупная сумма была, что туда все включено вообще. А есть же такое мошенничество, типа, когда случайно переводят тебе деньги, и потом как-то тебе потом нужно перевести их обратно. Но это очень глупые мошенники, они не учитывают вариант, что человек, которому ты пишешь, может сказать «нет». Вот я думаю, Светлана так и сделает. Просто. Вас когда-нибудь обманывали на деньги? Я отправлял вот это по телевизору, показываю передачу, где надо слово собрать по квадратику. Я им позвонил. Там за ожидание 50 рублей сняли. Вау. А потом еще что-то сняли. Слово ты угадал? А слово я просто в утке уже начал кричать. Икра! Икра! А там как было? Икре и пустой, да? Да. Там вообще один квадрат был, прямоугольник был. Нет, там просто была картинка икры. И тут было написано «икра», и прочитайте просто, совсем для тупых. Вот так, я деньги потерял. Еще я... Но это немного, 50 рублей. В те времена, когда мне было 12, это огроменные деньги. Да, это какое? 80-е годы. 80-е годы, жвачка стоила 50 копеек. А, да. Ой, я помню, машину можно было. Я помню, у нас был такое, это, жвачка по рублю. Всегда, типа, жвачка по рублю, пойду куплю жвачку по рублю. А потом они в определенный момент начали стоить 2 рубля, а потом 3, и всегда называли жвачки по рублю. Почему-то. Ну, они скоро 1000 будут стоить, чтобы как бы масленговал. Типа, да, типа, чтобы круто было. Ну, слава богу, они еще при этом, когда увеличили цену, увеличили саму жвачку, она больше и больше становится. Как бы не обманывать людей. А когда за 1000 будет вот эта вот она жвачка лежит. Нужно будет резать ее так вот ножом. Блин, а какого рода обман просто? Вот... Ну, мне как-то раз позвонили из полиции и сказали, здравствуйте, я майор. А он полковник. Блин, это жесткий обман. Так нельзя вообще. Ну, вот он сказал, я там майор, но это никак не проверишь. Он так и сказал, я там майор. Он очень неуверенный мошенник. Он сказал, здравствуйте, я майор, по финансовым, типа, делам. Типа, делам, так говорит. Потом тебе позвонил, здравствуйте, я капитан космоса. Он сказал, я майор полиции, там, из отдела по финансовым обманам каким-то. Прямо сейчас я хочу У нас не хватает дел, можем вас обмануть, пожалуйста. Экономическое преступление. Да, вот это, по-моему, что-то было. Я майор там из отдела экономических преступлений. Ну, он говорит там, он сказал, вас так зовут? Я говорю, да, меня так зовут. Потом он говорит... Вы тоже майор? Потом он говорит, у вас на ваше имя пытаются взять кредит в Сбербанке. Пришел человек. Я пытаюсь. Это ваши данные, правильно вел? Пришел человек в банк и пытался взять кредит на ваше имя. Вам нужно, типа, подтвердить, что это не вы берете кредит. А ты мог сказать, можно я просто приеду с ним поговорю? Можно сказать, это я, вообще-то.
Блин, я на самом деле я испугался прям, я поверил. Вау. Почему так всегда хочется, когда они звонят, как они тихо, типа, блядь, разъебать. А когда звонят, такой, блядь, мне так неохота с ним разговаривать. Мне просто вот звонили всего один раз, вот так, поэтому у меня не было шанса пока что. Ну, они еще будут тебе звонить, пока ты не постареешь, и такой, в какой-то момент такой уже такой старый, такой, алло, Коля, переводи деньги. Ну, наконец-то он состарился и стал уже целевой аудиторией. Они просто еще старше, они же ждут его, и они тоже, наконец-то, не, на самом деле, они детей нанимают изначально в эти конторы, и дают эту штуку, старит голос. И поэтому они говорят, я типа из экономических преступлений, я майор полиции, я главный в полиции, мне можно доверять, у меня Макдональдс возле дома. Нет, почему нет мошенников, которые вот... старых мошенников, которые вот таким голосом звонят, которые мошенничество совершают по... Ну, типа, они не осознают, что они совершают мошенничество. Они такие, переведите мне деньги свои. Ой, я хотел сказать, я должен вам перевести деньги. Вырезано. Нет, это так. Разрезать. Это разговор. А, бля! Цитата. Я запутался. Не, это он и говорит, это вырезать надо. Прям в телефон. Вашу семью. Весь подкаст — это цитата. В итоге меня не смогли обмануть, но у меня узнали, сколько у меня денег на карте. О. У нас разговор дошел до того, что типа меня спрашивают, а ну вот у вас много денег, у вас вот если сейчас украдут деньги, у вас много потеряется денег? Это точно ребенок, чувак. У вас много потеряется денег? Я говорю, да нет, там вообще очень мало денег, типа меньше 5000. Она сказала, а ну ладно. И она потом сказала в конце разговора, ну вот вам придет, короче, повестка из полиции, придите по повестке в полицию, типа по моему звонку, и все, до свидания. А, типа, отъебись, я не хочу тратить время на 5000, это означает. А вот и мне второй раз позвонили не так давно, и там уже звонит, и там голос просто какой-то пацан из школы, и он говорит, здравствуйте, я лейтенант. Здравствуйте, я лейтенант Йоу. Это кличка его просто в школе была. О, лейтенант пошел. Он говорит, здравствуйте, я лейтенант, и я сразу понял, что, ну... А он тут, ты положил трубку, и он такой, да почему меня никто всерьез не воспринимает? Я уже 15 лет работаю здесь. Полиция настоящая, его реально грабят! С рождения. Я династия полицейских, и что, она на мне прервется за моего голоса? Династия. И что, ты просто положил трубку? Да, я просто даже, по-моему, выключил просто сразу. Телефон полностью. Чтобы он не мог дозвониться. А ты в черный список не добавляешь номера все вот эти? Нет. То есть ты ждешь, что они еще раз позвонят? Да, я хочу. А вы проверяете потом номера в ГетКонтакте? Нет? Да я вроде понял, что они мошенники-то. Там всегда угарные на такие номера всегда пишут, типа, уроды, мошенники звонят, не брать трубку, задолбали звонить. Там всегда такие, и всегда красным номер еще подсвечен. А свои номера вбивали, как вы у других людей записаны? Один раз кого-то, да. И как ты был подписан? Мама. Тебя? Что все-таки Светлана? Меня кто-то перепутал один раз. Мама моя записала меня как мама. Он запутался, кто из кто в семье. Петля времени у вас была в семье большая, что у вас. Ты мать своей матери. Когда она вбивала мой телефон, она подумала, ну это я же вбиваю, я ей напишу, что это я. Если бы я вбивал, я должен был свое имя написать. У тебя мама написана Данёк? Сыночек? Кто я ей? Мама Данька. А у папы написано, не проверить, сын ли. Ладно. Я просто пересмотрел рилсов, там где это у американцев определяют, кто там, типа, тесты. А, типа они такие, yes! Он говорит, да! Я не отец! А кто-то плачет, это судья говорит, простите, мистер Джейн. Это в суде еще все? Нет, это какая-то телепередача. А-а-а.
по которой определяет там пол ребенка, ДНК-тест делает. Они и... просто берут случайного ребенка с улицы и такие, ну давайте посмотрим, ваш ли это ребенок. Ну там, видимо, как какое-то реалити-шоу, типа они собираются, и там всегда вот этот момент, этот, как... Оглашение. Да-да-да, всегда как на церемонии Оскара буквально, они достают вот этот конверт и такие, итак, мистер Джонс, вы... Не отец! А этот чувак прыгает. Мистер Джексон, вы не отец! И там девушка платит всегда такая. Типа Майкл Джексон. Нет, вес такая есть, блин, у Андрея 3000. А, нихуя себе. А какие там слова? В эту камеру не было, это было твое лицо охуевающее. Что? Видишь, как я себе, эй, мистер Джексон, это отсылка сделал. Да, вы же никого не поняли. Что такое? Да, Ауткаст. Это трек Ауткаст. Извините за эту отсылку, друг. Потому что я прям вчера слушал эту песню. Я с тем был. Ну, это хорошая. Я даже тоже не понимаю, но это очень... Сейчас песню дозмет. Сейчас забанят за права. Монетизацию отключат. Самый прекрасный голос. Это его песня, потому что он сам забанит нас. Пой свои песни, Артём. Сверкнул он за мир, а я весь потел. Это ловушка, попался ты, чел. Приехали, здрасте, глаза смотря мне. Улыбчиво вышло, а что я хотел? Часто же так. Не подошел оправдание слабак. И я такой глупый, сомнений коктейль. Ага, ага, ага. Еще одна вышла, а что я хотел? Хотел, хотел, я хотел. Хотел, хотел, я хотел. Хотел, я хотел.